Я пол номера просто переживал, как ты это поешь, эти низы. Могут жить в разлуке. Красивый. Поэтому 5 и даже нет. Спасибо большое. Спасибо. Так, Максим, пожалуйста. Ну, ты авантюристка. Но это была катастрофа. Это было ужасно. Вы меня простите, но это было ужасно. Ну, ребята, ну нельзя ради того, что ты действительно хорошо изображаешь там эти высокие ноты в этой песне, пол песни давиться этим низом. Ну, Димаш Кудайберген невероятен. И я бы вообще никому не советовал брать этот образ. Я пол номера просто переживал, как ты это поешь. Эти низы, понимаешь, ну там же у него кантиленность присутствует. Эти низы переходят в эти верхи. Он абсолютно свободен. И это то самое главное, что у него есть вот эта полная свобода владения голосом. Феноменальная. Даже не то, что у него вот эти 5 октав, а то, что он по этим 5 октавам ходит туда-сюда. Ну просто, ну как дельтаплан летит, и понимаешь, а тут паровоз прорывался, и в конце дал свисток, и все счастливы. Ну, нельзя, нет, ноты, вот здесь ноты, это самое главное. И как 3 балла, ничего больше не могу поставить. Ничего себе! Вот так вот. Это была Валерия Ланская, которая рискнула показать нам Димаша Кудайберген. Спасибо тебе огромное. Пошли. Между нами память и туман, ты как во сне.